Как вы себя чувствуете? Все хорошо. Очень активная девочка. Прям аж пугает. Какой срок у вас? 37 недель. Угу. Хорошо, ну ложитесь, сейчас посмотрим на УЗИ. Не беспокоит нигде? Нет, не беспокоит. Девочка хорошенькая, бывает ждут девочку, выходит мальчик, да, всякое бывает, но в всяком случае на этом этапе, насколько это возможно, то есть вероятность с девочкой 95%, все-таки 5% мы оставим на разные анатомические особенности, и женские, и мужские. Возле нас сосновый лес. Там хорошо гулять, пока еще не жарко. Все очень люди на нас интересно реагируют, когда мы идем такие вот втроем, четвером, с животиками, все на больших сроках уже, водители сигналят, другие машут, некоторые просто улыбаются. После прогулки идем завтракать. А завтраки у нас проходят очень мило, уютно. Девочек у нас много, все вместе собираемся, все спокойные, приятные, хорошие, завтракаем вместе. Говорим в основном о родах, о беременности, у кого как проходило, у кого какие особенности, что кто чувствует. Мне, например, повезло, у меня две своих беременности прошли очень легко, очень просто. Это третья. И очень тоже проходит спокойно, ничего не беспокоит. Врачи говорят, что 95% будет девочкам. Мы просим у кураторов, они стараются исполнить все наши желания, привезти все самое лучшее, самое свежее. Готовить еду нам тоже стараются под наше, скажем так, настроение и наши желания. Обследования приезжают часто. Давление в норме. Измеряют, фиксируют, все хорошо. Персонал внимательный. Ножки, ручки не отекают. Поэтому могу много гулять. Обязательно ходьба. Ходить нужно. Прогулки. Пешие прогулки – это обязательно. Физические упражнения возможны, но какой-то есть специальные комплексы упражнений для беременных, когда они непосредственно на последних месяцах ходят в спортзал, и там упражнения для расширения таза, то есть приседания на корточках, приседания для того, чтобы кости таза расходились анатомически. В свободное время мы с девочками любим бассейн. У нас есть занятия по акваэробике, которые проводит с нами тренер. В жару, конечно, приятно время проводить в водичке. Тренер показывает, рассказывает, как, что правильно делать, чтобы у нас все проходило как положено. Она проводит с нами упражнения, чтобы правильно расходились кости таза перед родами. Что важно, тренер хорошо уже нас изучил, знает все наши нюансы, у кого как проходит беременность, кому нужно какое упражнение, больше сделать уклон. Thank you.
Я хочу, чтобы этот ребенок чувствовал, что это все ради него, что его здесь ждут, что ему все очень рады.